Отопительный сезон без сбоев – главная задача городских властей на сегодняшний день. Все котельные в Самаре работают. Школы, больницы, детсады и прочие соцобъекты в тепле. Из-за порывов батареи прогрелись не во всех домах, но эту проблему оперативно решают. Дать тепло обещают в ближайшие сутки. В плане на 14 число стоит устранение 20 повреждений до 36 МКД и на 15 число стоит 6 повреждений 27 МКД. В Самаре продолжает работу горячая линия по вопросам подачи отопления. Глава города Елена Лапушкина поручила не оставлять без внимания и сообщения, которые поступают от людей через социальные сети. Как отрабатываем обращения жителей? В соцсетях, на горячей линии? По Твиттеру, так же как и по другим соцсетям, по ВКонтакте, ведется работа планомерная. Некоторые из повторяющихся, когда повторно вылетают дома, мы за этой работой следим. Телефоны горячей линии каждого района города по вопросам отопления можно найти на сайте городской администрации, либо обращаться на единый номер 266-54-54. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.